Привет, завтра Хэллоуин, и у нас вечеринка на базе отдыха «Сокол» в Силосуйске. И вот мы сейчас хотим разыграть билеты бесплатные на завтрашнюю вечеринку, как мы и обещали. Вот, у нас есть специальное предложение, где в случайном порядке можно определяется победитель. Вот, и проходил конкурс у нас в нашей группе ВКонтакте. Вот. И было два поста у нас, потому что там были некоторые изменения, поэтому мы разыграем в первом посте и второй пост. Так, смотрим, ищем конкурс. Конкурс, конкурс, конкурс. Погода отличная, всем повезло. Дождя не будет, солнце будет, большой огонь. Так, информация. Так, это не то. Ищем первый наш конкурс. Вот, конкурс. Есть. Копируем ссылочку. Вставляем в программу. Далее. Так, давайте тогда здесь мы двоих людей определим. Это 53, но тут еще и диджей, и все делали репосты. Там люди, которые имеют отношение к организации. То есть на них мы не будем распространять билеты. Так, вот правила. Вступаем в группу, ставим фишку на аватарку до 31 числа, делаем репост с этого. Так, ну, вижу, не все поставили аватарку, так что поэтому людей будут принимать участие еще меньше. Первый. Вадим Марчук. Аватарки нет. Выбираем дальше победителя. Марина Середа. Аватарки нет. Игорь Граунд, диджей. Юрий Удман. Так, а что там перепрыгивает? А вот София опять. Смотрим. У нас в правилах ставим афишку. Так, статуса не надо было. Значит, так, вот первый наш победитель. Только написать можно. Есть первый победитель. И сейчас этого просто мы делаем второго. И Коля Даркман, второй победитель. Все стоит. Коля Даркман нам даже и помогал по организации. Так, теперь идем на следующий пост. Тоже конкурс. Все точно так же. Там просто видео менялось. Вот он. Ну и выберем здесь, с этого поста. Сейчас посмотрим, сколько там будет людей. Вот, снова открываем приложение. Ставить ссылку. Реклама. Пропускаем. Шесть. Ой, вообще мало здесь аватарками, то я думаю, тут диджея. Значит, так, поехали. Витя. Написать можно, Витя. Так что все, поздравляем. Вот троих людей, которые выиграли. И увидимся завтра на вечеринке на Хэллоуине. Пока.